Уже неделю жители двухэтажного дома на улице Заславского живут в страхе. 4 октября после сильного дождя рухнули стена чердака. Дыра образовалась и в квартире второго этажа. Все это время 12 семей бьют тревогу. Обращаются в ЖЭК, ГСЧС, профильные департаменты, горсовета и даже райадминистрацию. Но пока на месте остаются даже камни рухнувшей стены. О жизни под угрозой обвала расскажет наш корреспондент Наталья Костенко. Трещины вокруг расслоения дома видны вот здесь вот. О, смотри, видишь, тоже треснула стена с одной стороны, и так же самое с этой стороны видно. Половина оттуда ушла, вот эта часть отвалилась. Вон сквозная дыра на улице уже. А так выглядит полиэтилен на окнах Елены Викторовны с другой стороны дома. Неделю назад после сильного дождя над ее квартирой рухнула несущая стена чердака. Я когда пришла, зашла в квартиру, здесь ничего не было видно. Стояла пыль столбом. Я даже не видно было, где мебель, где что находится, потому что все летело вот туда вывалилось, и что сюда вывалилось в комнату через окно. В этот же вечер на место прибыли сотрудники Фонтанского ЖКС. Осмотрев дом, сказали, что сделать пока ничего не могут. На следующий день вернулись и сложили упавшие камни в кучу. А представители ведомственных комиссий даже дали Елене Викторовне совет. Сказали не находиться здесь, уходить, не жить. Куда уходить? Никуда. Это был первый день. Постарайтесь пойти к знакомым, к родственникам. Но я объяснила, что у меня никого здесь нет и некому идти. В общем, первую ночь я ночевала здесь. В таком ужасе, что я думала, я не знаю, как я выжила и как у меня сохранились еще нервы до сих пор, до сегодняшнего дня. Сейчас женщина ночует у знакомых. А днем старается очень аккуратно ходить по своей квартире и прислушиваться к стенам. Также передвигаться по квартире старается и Евгения, и ее двое детей. Сегодня женщине пришлось остаться дома. Накануне в мэрии настоятельно порекомендовали не покидать своих квартир из-за надвигающейся непогоды. Вот мама и решила не отпускать сына в школу, а дочку в садик. После этого, что произошло, обвал стены, боимся находиться. Ну, то есть детей невозможно даже на секунду оставить в квартире, чтобы выйти, потому что страшно. Сидим фактически на чемоданах, документы все сложенные в пакетики. Ну, так живем. Чиновники городских служб сказали людям, что нужно сделать техническую документацию по объекту, чтобы понимать, какие работы проводить дальше. И это несмотря на то, что 130-летний дом был признан аварийным еще в 2005 году, и все 12 семей должны были быть отселены. Была экспертная комиссия еще в 2005 году, где наш дом был признан аварийным. Потом мы сами делали с помощью ДЭЗа, потому что опять-таки мы оказались в критическом ситуации. И в 2011 году, 2010 тоже была экспертиза, где опять было сказано, что дом, наш дом не подлежит никакому ремонту, только сносу. И процент износа уже составил 85%. Но, к сожалению, власти наши ничего не делали. А теперь предложили жильцам переехать в гостиницу «Центральная». Ту самую, которую на последней сессии горсовета решили продать в частные руки. Люди боятся согласиться на такой вариант, а через месяц оказаться на улице. Боятся и сильных порывов ветра, и осенних дождей, и любого скрипа стен в своих квартирах. Но вынуждены жить в доме, готовом рухнуть в любую секунду. Наталья Костенко, Алексей Филиппов, 7 канал.